Всем привет! Сейчас я покажу вам, как удалить свой канал на YouTube. Для этого переходите на свой канал, далее нажимаете на значок канала в правом верхнем углу, далее нажимаете на значок шестеренки, это настройки YouTube, переходите в дополнительные настройки, вот дополнительно. Здесь будет информация о вашем канале YouTube. Нам нужна будет кнопка «Удалить канал». Здесь будет предложено либо скрыть канал и видео, либо удалить. То есть в нашем случае нам нужно удалить канал. Ставите галочки. Страница Google Plus она остается, если вы удаляете канал. Ее нужно удалять отдельно. И нажимаете «Удалить контент». Здесь нужно будет указать еще раз название канала, можно вот так скопировать. Можно скопировать и удалить контент. Все, ваш контент на YouTube удален. Будет предложено удалить страницу Google+. Ваш канал и видео может быть не сразу удалены, и в поиске видео может быть некоторое время показываться, но оно обязательно исчезнет и удалится. На этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.